Трансляция запустилась. Сейчас проверим. Так. Сейчас проверяем. И так. Сейчас. Итак. Блять. Так. Вовка, Витёк там. Вовка, там трансляция началась, ты можешь посмотреть? А, да, все, началась, все не надо. Так, и здравствуйте, дорогие друзья, зрители, друзья, пофиг кто, неважно. Короче, мы начинаем наш небольшой, скажем так, стрим по трем играм. Это отдельно просто для меня. И вот, с чего все, конечно, началось? Началось с той игры, которая недавно у нас вышла, скажем так, в EGS этого года, называется она Shifu. И почему я решил запустить стрим? Ну, вы сами поймете уже в процессе стрима. Мы начнем сейчас небольшое прохождение со Sleeping Dog'а. Боевка, проходим, что там будет это, как там что у нас играется, визуально, управление и прочее, пойдем, короче. Ну что, так, начинаем, сейчас посмотрим, как у меня все запустится. Так, игра запускается, отлично. Так, ну это понятно. Так, окей. Так, сейчас. Просто я не вижу игру, видно, нет? Что-то понять не могу. Это не рабочий стол. Так, я... Странно, я вроде игру запустил, но что-то как-то... Ладно, еще раз. О, у нас есть чай, у нас есть печеньки, все хорошо. У нас есть я, и, как видите, я на кровати. Так, игру там видно, нет? Там игру видно, да, пацаны? Нет? Сейчас я зайду. Уже. Если игру будет видно, скажете. Тут что-то фигня какая-то. Так, Не-не, вот сейчас вот у меня в ВБС-ке показывают. Thank you.
Итак, Sleeping Dogs. Основной сюжет, кошмар в Нордпойнте. Годзми. Так, ну ладно, основной сюжет. И так, поехали. Новая игра. Так, удержите, чтобы ускориться. Хорошо, окей, мы поняли. Так как видите, я через джойстик играю. У меня есть беспроводной, но... Как бы, мне смысла нет тут беспроводным пользоваться, потому что компьютер тут под рукой. Так, это пауза. Раз скипнуть нельзя, посмотрим, ладно, пусть почитаем субтитры. Чай, печеньки. Ну, визуально. Визуально, в принципе, картинка хороша. Для 14 года это прям шикарная картинка. Вопросов нету. Как бы молодцы, пацаны постарались. Где-то что-то мигает, где-то что-то включено, показывает, ну все заебись. Итак. То есть, до 14 года, бля, графика просто бомбическая. Кто скажет, что это не так, шлите его нахрен. Я вот разбираюсь в этой хуйне. Да блин, ну почему проскипать-то нельзя? Это... Ай, ладно, хер с ним. Итак. Мы убегаем, убегаем непонятно от кого. Сбежи. Да, я услышал тебя. Да ёбаный в рот, блять, выключи дальник, пидор, блять. А, я догнать должен? Нихуя себе. А, вот я, блядь. Э, пидор, стой, сука, мои бабки угнал, блядь. Блять, я долго тебя буду догонять-то, блять. Есть, блять. Пиздец. Да залазь ты, блять, косявая жопа, блять. Ёбаный в рот, пропусти! Да, я хочу пропустить, ёбаный в рот, сука. Ладно, извините, то, что матерюсь, блядь. Эмоции просто тут после шифу, блядь, эмоции просто переполняют меня. Вам поймете, почему, когда я дойду до шифу. Так, пропустим. О, ну, так, что я могу сказать? Визуально, качественно, управление хорошее. В принципе, камера нормально двигается. Идите за Джеки Куинстон. Это Джеки? Джеки, блядь, это ты? Блядь, что-то ты исхудал, блядь. Да и какой-то ты молодой здесь. One thing,
When we get to Winston's, let me do the introductions. They're really distrustful of new faces right now. It's wild paranoia. Sun On Yi had a rat. From what I hear, they didn't let him have a quick death. They made him real slow and painful. Эй, Цу Мэй, как ты, мой? Чё, малой? Так, бить. Во, вот это я понимаю, бой, блядь. Нахуй. Прям с ноги въебало, блядь, с развороту, блядь. Вот это я... Колено. А, во, я понял. А, я понял. Блин, вот это я понимаю, боевка. Вот это я, блядь. Вот это та игра, которую я хочу видеть. Вот. Не то, что в 14 году, а, блин, в каком-нибудь в 2022, мать вашу, блядь. Kidding me? Yeah, all right. Come the fuck on. Ну так, с боевкой маленько разобрались. А, схватить? Так, РТ, да? РТ. Ну, схватить? А. Но единственное, для 14 года это достаточно неплохо. В 20 году, блин, просто вот ожидание от такой игры, чтобы она была маленько пошустрее, что-то в стиле Текина, блять, вот было бы вот реально пиздато. Но, как показывает практика, мы наблюдаем небольшой пиздец, блять. Еще бы я замораживать мог как Субзиру, и вообще было бы пиздато нахуй. Иди сюда нахуй, блять, а ну пиздуй. За прилавок. Я, блять, мать вашу кунг-фу, блять, мастера. Сука. Да блин, я забываю. Хватите противников. Ударьте головорезы решеткой. Решеткой? А. На нахуй, блядь. О, блядь, вот геймплей. Вот это я понимаю. Вот это то, что надо. Чувак, ты живой? Обезболивающее дать? Найс, хуяйс. Here we are. Вот мы и на месте, ресторан. Чё там, блядь, не успел прочитать, ладно. Ой, эмоции. Эмоции прям переполняют. Ох, простите меня за маты. Не хотел материться, но по-другому тут никак. Like us, Fuchi all day tomorrow.
Well, he's old school, you know? I grew up with the guy. Ой, я печеньку съем. All right, you want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. We're great. That's all. Fuck it. So you're the tough guy that's everyone... блокируйте удары. А, Y. You like that? А, я понял, это, короче, блок. Это, блин, после шифу, блин, вот это вот... Фига. Да хорош ты смотреть, там, блин. А, вот. Нажмите Y, чтобы нанести ответный удар. You're hot shit, huh? Let's see what happens. Shit gets wipe that smile off your face. You're gonna back down? Да похуй. Come on, fight back. Why did you get out of here? Huh? You like that? This is the long distance back home. I don't know money. Ah, come on. Hello, boy. Oh, shit. Hey, any government done here? Boss. Вы что тут устроили, балаган, гребаные петухи нахрен? А ну брысь отсюда. Эй, блондин, иди сюда, я тебе сейчас, блядь, на кука насажу. Не хочу, бля. Хочу драться. Идите к первому торгу. You mentioned your sister back there. Mimi? Yeah, she owed COD years ago now. And after we moved to the States, she tried to kick that shit, but that sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, new country. The hooks went deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah. Телочки зажжем, пошли. Thanks. Hope you enjoyed it as much as we did. Hey, fucking dog eyes. Спасибо за газировку. Классная телочка, я бы тебя снял, но. Best friend, man. That means more than a boss, you know? I got the best seats right here. Hey, you want movies? You want music? You want games? Hey, Benji! You want that? Joey Kwan sells pirate DVDs. Let's start with him. Hey, all right. Hey, little brother. Эй, бабки, давай, эй, ты, нига, куда ты там? Чё, Да-да-да. Так. А, все, я понял, куда там идти. А ну посторонись, блядь, я этот, как его, скажи, блин, этот, как его, я олимпиец, о, блин, вспомнил это слово гребаное. We're here to clarify.
What, you wanna be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Я вас не боюсь. You're a tough guy. Ну пошел в толчок, сука. Толчок пошел, бля. Да похуй. Деньги давай, блядь, дедан. Совсем охуел, блядь, жмот ебаный. О, здорово, чувиха. Ты прикольная. Оп, газировочки попили, побежали дальше. Э, здорово, блядь, ботаник, давай бабки. Чё, драка? На, сука. Э, ты чё, блядь? Я тебе сейчас блядь. О, блин, сука. Я тебе сейчас ногу, блядь, в срандель засуну. Оп! На нахуй. Ты еще не видел мой коронный удар в яйца, нахуй. Я научился в игре шифу. Э, ты чё там с одним справиться не можешь? О, блин, тут еще с разбегу можно уебать. Ее! Тут прям вообще зашибись. Мне прям нравится. Вот это я понимаю, блин. Вот это. Э, мясник, бабки давай. А, блядь, это пожрать, ну ладно. Спасибо. Здоровья. Э. Сука. Вот это я понимаю. На. Я просто мега супер пупер. Там что-то защитить, да, надо? Так, сейчас побежим. Вот это я... О, а нет. Переодел... О, да. О, о, детка, я с тобой переоделся. Давай переоденемся. Чё, я хожу в куртке, мне дают майки? Чё? В смысле? Бать, вы хотите 55 баксов за майку? Идите нахрен. Гребаные пиндосы, блин. Оранжевые штаны, блин.
Не, я джинсы куплю. Джинсы мне больше нравятся. И кеды куплю. Шляпа есть? Нет, шляпа беспонтовая, цепи. Да похуй. Все, блядь, широкие штаны, я рэпер, ё, блядь. Очки полиции, очки триады. Мне дали 800 баксов, я, блядь, богатый, ничего себе не отказываюсь. Так. Да где тут поворот-то, блядь? Харе смотреть в телефон, шлюха, блядь. Ёбаные вы, блин, вы чё тут делаете? А ну, лежать, собака. А ну-ка, спой мне песню, блядь. Я там, это, самый лучший день заходил вчера. Ай, блядь. Пой песню, сука. Противники меня боятся. Сука, бойся меня, шлюха ебаная. Мне нравится. Да. Сука. Иди сюда, ты. Привет. Чё, потрахаемся? Ой, я это слух сказал. Извиняюсь. Встретиться с юристом. Так, пошли, встретимся. You! Are you shitting me? So what'd you do? Nothing, nothing. Say mother more.
Ой. Ой. Статуэтка, мы нашли статуэтку. Круто. Я статуэта, я этот, блядь, как собиратель статуэток. Привет, бабулька. Накормишь меня супом? А, телефон! Нифига! Нифига! Тут прикольно. О, кого-то отпиздить надо. Пошли, отпиздим. Я люблю подраться. Э, лысый мудак, ты скинхед, иди сюда, блин. Да залезь ты, блядь, жирная жопа на Да, блядь, хули ты мешаешься мне? Уйди, блядь. Я прям как этот. Извините. Я расплачусь потом. Ёбаный в рот. Сука, ёбаный ты, блядь, король обезьян, блядь. Проебал кнопку. Иди сюда, сука. Жри мусор, сука. Да, блядь, залезь ты. Блядь, ну пиздец. Вы серьезно издеваетесь, блядь? Мне с вами драться, блядь. Ах ты, сука. Иди сюда, сука. Пошел, блядь, дымоход прочищать. Ну пошли, блять, мясо, люблю мясо. Бля, не ту кнопку нажал. На, ебал. Да сука, ты заебал. Блять, не ту кнопку. Ну-ка, пошли сюда, блять.
Иди сюда, блин, на. Сука, ты заебал, ты грёбаный ты скинхед, я тебя сейчас отпизжу, блядь. Фашист, блядь, ебучий. Блять. Я. Блин, не ту кнопку тут нажал, блин. С этим шифу, блин, кнопки тут, блин. Путаешь. Так, пошли туда. Ты иди сюда, блядь. Пошел, блядь, прочищать дымоход, ебаный, блядь. Пиздюк. Пошли, бля. Полетел вниз, бля. Блять, я забываю, что кнопка-то другая. Да. Да, блин, вот после шифу, блин, вот этот контратак, это больная хуйня, блин, вечно забываешь, блин. Ты сказал, деремся. Кстати, я сказал, ты шлюха, блядь. Все, казнили мудака, блядь. Скинхед, сука, недобитый. О, ебаная полиция. Бля, сюжет классный. Блин, все вот. Боевка прям вообще, вот. Прям мое почтение. Вот пацаны постарались. Вот это мне нравится. Вот, пацаны молодцы. Они постарались. Они захотели, они постарались. Это вот. Просто вот, ну, молодцы. Мне даже придраться не к чему. Your concerns really move me. I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. Просто, ну я понимаю, блин. Люди старались, я бы, блин, просто бы играл и играл бы в свое удовольствие. Полиция, отряд. Американские банды даже чего? Ну, а что я могу сказать? Игра классная. Придраться не к чему. Как бы... Все доступно, понятно, но просто единственное то, что я поиграл в шифу, там маленько раскладка другая, и поэтому маленько путаюсь тут в кнопках, но ничего страшного, это привыкнуть тут, побегать, ничего страшного. Ну что, мы дома, так, спать, да, мы можем поспать. Кто там звонит? Идите нахуй. Я вас не звал.
Ну что, заканчиваем маленько с прохождением этого и переходим к Шифу, к моему любимчику. Я просто эту игру обожаю, вот сами поймете за что. Итак, мы выходим. Так, и переходим, так, Шифу. Шифу. Обалденная игруха. Всем советую. Сейчас поймете почему. Так, вот у нас Шифу. Мы запускаем Шифу. Так, мы запускаем Шифу. Так, Шифу у нас запускается. Так, Шифу у нас запускается. Так, Шифу у нас запускается. Шифу запускается. Атака, почему я не вижу? Так, сейчас мы сделаем так, чтобы ее было видно. Так, теперь мы запустили Шифу. Вот она у нас. Вот, все, так. У нас Шифу запустилась, ее видно, все хорошо. Все отлично. Все, так. Мы можем продолжить, ну, в принципе, можем, новая игра. Ну, мы нажмем продолжить. Потому что я не хочу просто 500-й раз пролог этот гребаный проходить. Это просто, ну, оно ни того не стоит. Я не спорю, да, для ради сюжетки, чтобы вам показать, что, к чему и почему. Но не сейчас. У нас сейчас обзор на обсуждение этой игры. И что с ней реально не так. Так. Я захожу сюда. Схема, комбо, понятно. Как бы здесь удобно, понятно, то, что у тебя раскладка идет геймпада. Идут потом комбинации слева, то есть ты можешь посмотреть там комбо-удары какие, там спецудары, как бы удобненько, хрен с ним. Тут схема, то что ты находишь в плане сюжетки там, это понятно, персонаж, это то что у меня, вот слева то что у меня прокачано, оружейный мастер, прочность оружия вот у меня прокачано, но я начну с самого начала, у меня вот это перки скинутся. А вот справа, вот там перки есть, вот видите, перехват, оружие, контратака на земле. Это вот эти перки нужно прокачивать. И чтобы они всегда оставались, их нужно прокачать 5 раз, чтобы они стали перманентными. И они остаются всегда, то есть если даже вы начинаете заново. Но мы играем в эту игру не ради этого. В принципе, визуально игра... Я ничего не скажу, в принципе, хорошо сделано. Да, она не в таком реалистичном стиле, но я думаю, что вот в плане этой игры она такая и должна быть, то есть вот визуально. И мы тут переместимся в трущобы, это вот первая наша локация, которую мы начинаем. И что тут я могу сказать? Визуально хорошо. Сюжетка интересна. Но что тут с этой игрой не так? С этой игрой не так, это то, что вы сейчас увидите, как будет просто избиение ягнят. Особенно тупое мочилово и комбинации, которые вы будете применять,
которые вы будете применять, это, знаете, это все равно, что вы будете играть, грубо говоря, знаете, вот как раньше играли, допустим, в эти, сейчас скажу, файтинги, когда вот человек не умеет играть, он просто клякает на все кнопки, то есть он не знает комбинации, они просто не случайно. Вот в принципе, вот в этой игре вот то же самое работает, то есть ты клякаешь, но у тебя никаких комбинаций, единственное, тут не вылетает. Ну, это простенько, тут еще тут, вот тут. Блять. Меня тут пытаются отпиздить. Ну, ладно, так, пусть так, пошли дальше. Так, ладно. Сразу говорю, в плане окружения, как было, допустим, Sleeping Dogs, допустим, использовать, вы тут не можете. Но применять, допустим, бутылками вы только кидаетесь, палки всякие различные, ножи, как бы это вы можете. Блин, подлаговывает, правда, почему-то хрен его знает. Ну ладно, хрен с ним. Эй, мужик, иди сюда. В принципе, тут легко, я сейчас пройду, просто надо дойти там, где будет, блядь, дохренища противников. И будет просто, там будет вся суть и боль этой игры. Мы просто прочувствуем на себе, почему, что, как. И ради чего это было сделано, непонятно, короче. А, я просто маленько придрочился к этой игре, блин. Я потому что уже просто изматерился на ней, я не знаю. Итак. Так, это еще до хрена противников. Так, ладно. Это мы прошли. Бутылки. Ну, вот единственный... Вот этот сейчас будет такой момент, это единственный охренительный момент в игре, который можно было, блин, грубо говоря, заспавить в некоторых других локациях. Но почему-то у нас разработчики сказали, а ну его нахрен. Да, вот, у нас вид такой сбоку, мы пиздим врагов, у нас все хорошо. Мы прям... Спец кунг-фу мастеры. Я тут разбираю противников. Тут как бы их до хрена, но... О, во-во, пошло все. Но это еще не так. Это еще не вся боль. Боль почувствуется дальше. Это еще такой отдельный момент. Еще как бы, да. Ой, вот, блядь. Отражения атак никаких. Блок ставить тут бессмысленно, как бы, ну, в некоторых местах, не всегда, конечно. Тут вообще как-то они сделали, что непонятно, когда тебе можно поставить блок, а когда тебе просто увернуться надо от атаки. Поэтому тут лучше всегда, блин, просто, ну вот, я умер. Я умер, мне добавился один год, и в итоге я могу себе что-то прокачать. Как бы это вся приколюха этой игры, но мы не будем ничего прокачивать, потому что очков у нас мало. Мы стареем с каждой смертью, потом дохнем, ну как-то в этой игре вот так вот это сделано. Вот это вот с развороту, это, я скажу, это вот на самом деле она не умеет так делать. Это просто случайность, это как-то так получилось. Это вот, смотрите. Это вот, вот смотри, удар в глаз, просто удар в глаз, вот все, что мы умеем, удар в глаз, мы больше ни хрена не умеем. Ну ладно, мы тут запиздили противника, это ладно, это еще, это вот такой момент, как бы это просто мы играем вот реально, то есть, ну, Шифу, что такое? Ну, мастер, да.
Но, блин, но почему этот, сука, грёбаный, блядь, мастер, блядь, умеет только ебать, ебать в глаз, вот действительно, ебать в глаз. Они, сука, бить нормальные удары, блин, разбираться с толпой противников. Нет, мы фиксируемся, блядь, на одном противнике, блядь, и просто начинаем его спамить, потому что, ну, другие, а потом нас другие противники... А потом другие противники нас тихонько, помалу, мало-помалу, скажем так, убивают. Потому что мы отразить не можем, мы ни хрена не можем, мы вот прям вот такие. Все, что мы умеем, это вот это вот, все. Вот, смотри, вот он, вот никак не отразишь ты эту атаку, потому что вот я нажал блок, а какой блок? А ну давай. И вот это мы можем. Вот смотри, вот он просто подпрыгнул и уебал. Я не могу подпрыгнуть и уебать. Я не могу подпрыгнуть и уебать по этому дебилу. Я уже постарел на 23 года, мать вашу, блядь. Какого хуя я умею только тыкать в глаз, блядь? Вот просто зажимаешь, вот просто зажимаешь блок и спамишь, грубо говоря, блин, этот. И просто спамишь, блин, этот. Ну, этот, не перекат, а как она, блин. Уклонение. Все. Больше тут ни хрена нету. И удар в глаз. В жизни тут восстанавливаются после каждого убийства. После каждого убийства противника. Итак. Это вот... Да, мы находим вот такого дракона. Нахрена мне прочность оружия? Вот скажите мне здесь. Ладно, я вот эти две перки пойму. Уклонение, хрен с ним. Мастерство оружия пойму. Счетчик смертей, понятно. Вот это, концентрацию, тоже я пойму. Но, сука. Сука. Нахрена мне, блядь, в игре, где ты, сука, режущее, блядь, оружие вскричаешь крайне редко, блядь, разрезание бедра, блядь. Я им никогда в жизни, сука, не воспользуюсь в этой игре. Нахрена? Вот скажите мне. Или... Вот это вот владение обстановкой, то есть, блядь. Все, что он может научиться владением обстановкой, это кинуть, блядь, в противника ебаный стул. Нахуя? Я понимаю, если бы во владении обстановкой он именно вот реально задействовал всю обстановку, я бы понял бы этот перк. Но ты просто кидаешь, блядь, какую-то хуйню, блядь. Ой, блин, я просто вот заряженный бэкфист. Ой, блядь, заряженные атаки, я вообще молчу. Просто это надо на расстоянии. Если толпа и еще в упор подойдут, это все пизда. Заряженную атаку никогда не сделаешь, просто. Я просто не знаю, что здесь прокачивать, и я не буду ничего прокачивать, потому что пизду. Я просто вот прокачаю, что... А, мне против босса просто нужна будет вот эта хуйня. Поймете почему, потому что этот пидорас ебучий самонаводящийся, блин. Как ракета, блядь. Я взлетаю как ракета, надо мной вся планета, нахуй. А ну, лежать, ёбаная феминистка, блядь. Ну, сук, блядь. Просто
Да иди нахуй, блядь. Не хочу я с тобой драться. Вот, сейчас тут будет телепузик, блядь. Это кожаное чмо, блядь, которое... Сука, от которого нужно постоянно уворачиваться. Зажимаем блок и просто вот делаем вот такие движения. Потому что он просто игнорирует наши атаки. Вот, вот он нас может так ебать. Оп, увернулись. Так, надо палку, чтобы быстрее его разобрать, потому что, блядь, я не хочу с ним долго мучиться, блядь. Ёбаный ты телепузик, блядь, иди нахуй. Оп, вот он нас под... Оп, оп, оп. Подсечку сделали. Единственное, что мы можем, это подсечки, но он нам въебал в живот, и мы сдохли. Охуенно, я постарел, мне 25. Я, блядь, девушка еще в самом расцвете сил, мне 25, так что похую, блядь. Ебашимся дальше, нахуй. Блядь, я близко подошел. О, все, так, мы его убили. Не, можно пройти, можно пройти его, блядь, без смертей, блядь, я все согласен. Как бы, да, ну, я как бы лично проходил, но сейчас просто я на эмоциях, и как бы для меня сильно прохождение тут этой хуйни, как бы, так. Итак, о, у нас первая локация, тут куча противников, и... Я сейчас вам покажу приколюхи боя, которые вот тут вот реально вот. Да, вот, все, вот. Я убил его. Вот, все, мы. Вот, все, вот, это все. Вот мы убегаем вот так вот. Вот мы уебать даже не можем. Вот, видали? Просто я перекатился, а толку ноль. А еще я могу ударить в глаз просто. Вот и все, блядь. И заебись, нахуй. Но ему похуй, у него есть палка-ковырялка. Главное, чтобы он ее нам в одно место не запихнул. Остальное похуй. Вот, вот, заряженная атака, которая, блин, хрен пойми как. О, я двоих завалил. Это вот я не знаю, это просто чистая случайность. Вот, я успел. Вот, контратаковал. А вот здесь не получится, потому что у него палка, блядь. И она ебет вас в жопу постоянно. Потому что против лома нет приема, а меня просто запинали. И здравствуйте, мои 20... Хуй там, сколько, блядь? 27? 27 лет, блядь. Единственное, да, мне нравится то, что вот в некоторых играх нет такой фишки, вот как здесь, допустим. Это то, что ты можешь по... просто единственное... Это единственное, о чем, вот как говорю, мне нравится, что хочу сказать, это здесь добавлено то, что ты можешь поставить блок и не отрываясь от блока, просто просто драться, не отрываясь от блока. Вот это вот мне нравится. Но не во всех играх она реализована. То есть в некоторых играх ты не можешь. То есть тебе нужно выйти из блока. И после только тогда ты... Так что вот так вот. Вот, мне 30 лет. У меня... Я могу бить больнее, но у меня же ХП меньше, блядь. Что мы научились, блядь? Просто бить больнее и все, блядь. Возьмем палку, блядь. Блядь, нет, там другая. Да, там есть палка. Нет, да, там есть палка. Мы взяли палку. Тут будет еще один такой мини-противник. Точнее, два хуйсоса, блядь, лысых. Иди нахуй, я тебя сейчас запинаю. Успел, блядь, одного брата убрать. Теперь второго. Главное успеть. Главное, если есть палка, не потерять ее из рук.
А эти пидорасы могут вам ее выбить и сказать, блядь. А, не то что выбить, они могут ее забрать. Так, скоро мы дойдем до босса. Но до босса мы дойдем к 30 годам, а может и старше. И бутылки, которые они швыряют без конца. Единственное, добивание. Не, добивание мне нравится. В принципе, ну, но просто очень много элементов, которых здесь нету и которых очень хотелось бы добавить, блядь. Особенно, блядь, удар в глаз самое то, блядь. Почему я не могу в два сразу ебануть? Блядь, вот. Вот к чему сводится у меня, блядь, битва с толпой противников. Вот, просто вот загонять их в угол и пиздить нахуй. Да иди нахуй, заебал, блядь. А еще они с палками, блядь, у меня сбили палку. Я убегаю, все. Мне страшно, я боюсь. Я, блядь, Вот, все, вот, это вот у нас битва, блядь, с мобами вот такая вот, блядь. Вот они могут сделать так, а ты так не можешь, потому что ты ёбаный чмо. Ты не просто, ты просто помойный, блядь, мастер. А, вот, он еще перехватил мою. Блядь. Удар в глаз. Мы мастера удара в глаз. Вот, все. Вот. Супер удар, блядь. Я даже не могу нихуя. А этот... А он просто игнорит мои удары. Ёбаный в рот. Не, он мне просто уебал в затылок. Вот. Что? Блядь. Пожалуйста, блядь. Найдите вот мне, я буду выходить после первого босса из этой игры, включать другую игру, более древнюю, и покажу вам этого гей-дизайнера, блядь. И пожалуйста, блядь, найдите этого петуха, блядь, и скажите, что так делать нельзя, потому что, ну извините, вот за вот эту боевку я просто ему, блядь, просто пидорас. Вот, у меня других слов нету. Я вот просто вот так вот, просто вот вся вот эта вот боевка, вся вот эта вот хуйня, она просто всирает всю игру просто-напросто. Просто если бы, сука, не ебучий гей-дизайнер, блин, который должен был нормально все сделать, не всрал бы эту бы хуйню, он просто бы, бля, игра была бы охуенной. Но этот гей-дизайнер, блядь, испортил всю игру, испортил просто все. Я просто вот, я мастер удара в глаз. Ай, блин, у меня просто вот бомбит просто пипец как.
Я хочу играть в эту игру. Но я не хочу. Хочу, чтобы, блин, вот эта игра была такой всратой. Я не хочу, чтобы она вот так ущербно выглядела. И вот, мы доходим до первого босса, блядь. До первого босса. Который грёбаная ракета. Оп. И вот вся битва, блядь, вот так вот. Главное вовремя уворачиваться, остальное похуй. Удар в глаз. И вот это вот мы начинаем. У нас сломалась палка, у нас все хорошо. О, блядь, вот смотрите, самонаводящийся просто нога. Он меня просто уебал ногой. А ты так не можешь. Просто он меня ебет в щи. Просто вот. Оп. Главное вот успеть просто. Оп. Оп. Блять. Иди сюда, ты мудак. Старикан, блядь, ботаник. Херов. Вот смотри, самонаводящийся просто нога. Он просто ебет ногой. Вот это мужчина в самом рассвете сил. Может отъебать ногой просто, блядь. Вот панина отъебали, и он тебя также отъебет, блядь. Ой, блин. Ой, блин, вот. Просто игра тупо на спаме. Вот, бля, это пиздец. Тут даже контратаку нормально ты не можешь сделать. Это просто вот, ну, ущербно. Это почему? Почему? Почему я должен играть и страдать? Играть и страдать. А меня пускай ебет все в жопу. И за что, блядь, такие деньги, блядь? За что, блядь? Не, хуй с ним. Я за те деньги, то, что она продается, я, может, ее куплю. Но, сука, я не хочу, чтобы эти деньги, сука, шли, блядь, ебучему в зарплату гей-дизайнеру, блядь. Просто лишите его зарплаты за такую хуйню, блядь. Вот опять, вот он у меня просто, блядь, ну вот опять он меня ногой отъебал. Сколько мне? 38? Мне 38, блядь. Я постарел, смотрите, у меня уже, все, у меня уже сейчас, я скоро поседею, блядь. Это только с первым боссом, блядь. Почему я не могу контратаковать, схватить его? Ну что это такое? Ну вот как? Вот. Он просто пролетел под этим кустом, а я так не могу. Потому что я, блядь, мастер удара в глаз. Все, что я умею. И пробивать я не могу. Вот, ладно, хер с ним, блядь, с пробитием там в боссах, хуй с ним. Но, блядь, хотя бы нормальные, сильные атаки, почему я не могу на нем применить? Да, блядь, сука, ебучая ты, блядь, нога, блядь, Хайтауэра, блядь. Сука. Ну, да здравствуй, 42 года, блядь, я постарел, нахуй, блядь. Я могу сильнее бить, но хп у меня нихуя нету, блядь. Я уже, блядь, взрослая женщина, нахуй, в самом соку, блядь. Ебу, блядь, петухов всяких. Вот, смотрите, самонаводящийся, блядь. Просто самонаводящийся пиздюк, нахуй. Вся суть, блядь, почему я вот прокачивал, блядь, чтобы у меня оружие там дольше, блядь.
мастерство оружия. Да потому что у него ебаный нож, а я, блядь, с ебаной палкой, блядь. Я с бамбука, блядь. Кури бамбук называется, блядь. Что это, блядь, за хуйня? Ну я не знаю, ну хоть бы добавили сюда что-нибудь, блядь. Против него. Ну почему бамбук, сука? Почему я должен драться, блядь, с ним, блядь, когда у него, сука, режущая, блядь, хуйня, нахуй, бамбуком, блядь. А еще он прячется в кусты, блядь. Ебаный пидораст, блядь. И просто вот ты вот просто спамишь эту игру вот так вот. Все. Я мастер уклонений и, блядь, похую, блядь. Но и зато я драться не умею, просто, блядь. Я могу бить только, блядь, бабушек, блядь, и, блядь, детей, нахуй. Все. Пиздец, блядь. Я хотя сам уже бабушка превратился, блядь, пока с ним дрался, нахуй. Ой, бля, вот. А это пиздец, нахуй. Я вот... Почему я должен, сука, это спамить? На ёбаном боссе. Почему я не могу, блядь, просто с ним нормально подраться, блядь? Где, блядь, сука, нормальные драки, блин? Я вот скажу, эта механика, блядь... Я, блядь, вот последнюю игру, которую буду стримить, я вам покажу механику. Вот эту вот. С чего, как говорится, все начиналось, блин. Какая была культовая игра у нас, охуенная, блядь. Вот, смотрите, я просто вот не я нажал уклонение, а он меня убил. Ох, я просто хренею, я уже 46, уже, блядь. Ой, блин, сейчас я добью эту хуйню. Удар в глаз, блядь, пиздец. Мастер удара в глаз. Ой, блядь, если бы, конечно, не удар в глаз. А, ну, самонаводящийся, он просто навелся. Ой, блядь, неужели я его прошел, блядь? Ой, блядь. Визуально нет, к сюжету нет. Ой, придираться тут, ну, я не вижу придирки по сюжету и придирки визуальной хуйне. Но ёбаная боевка, это просто конченая хуйня. Извините за мои маты, но это пиздец. Итак, выходим в главное меню. Я хотел вам показать гей-дизайнера, ну ладно, я уже не буду тут петуха находить, блядь, в пизду, блядь. У меня и так просто уже бомбит, просто, блин. Итак. А теперь мы поиграем в культовую игру, где боевка. Где боевка самая охуенная. Просто боевка охуенная. Эта игра просто бомбическая. Она мне нравится. Я ее проходил 2 раза, по-моему. Так. Я запускаю файл. Я делаю захват. Под моей вебкой? А, я понял. А, то есть ее видно, да? Сейчас я просто ее, наверное, расширю. Вот так вот видно? На весь экран? Так, и она еще не... Все. На весь экран, да?
Вот, это культовая игра, блядь. Это культовая игра, она мне нравится. Это вот игра, с которой пошли вот такие игры. Почему, блядь, вот почему мне хочется играть в эту игру, потому что... Блядь, у меня тут аналог почему-то перестал работать, ну хуй с ним. Да, пойдем. Это вот игра, та игра, которую вот реально хочется играть. Это вот, вот классная игра. И блин, это, блять, сука, даже боевка здесь, она не такая всратая. Но это, извините, это игра, блять, ёбаный PlayStation 1, блять. Сука, она приятнее здесь, блять. Сука, понимаете, блядь, просто вот, сука, PlayStation просто делает эту сифу, блядь, во все щели, нахуй. Блядь, вот, вот. Что я и говорю, вот в шифу примерно то же самое, блядь. Только извините, блядь, это игра 2000 года, а шифу, блядь, 2022. Какого хуя я должен играть, блядь, в эту хуйню, нахуй? Вот это я понимаю, вот... Вот это я понимаю. Вот, вот эта боевка, вот он с развороту тут может уебать, блядь. Почему я в шифу не могу этой хуйни? Почему я не могу, блядь, нихуя в шифу просто сделать, блядь? Блядь. Да, вот, я про что и говорю, тут даже, блин, сука, от ёбаных стен можно, блядь, отталкиваться, блядь. Я в шифу, сука, блядь, я кунг-фу мастер, я могу ударить в глаз, блядь. Что это за хуйня, блядь? Блядь, тут даже препятствия ломаются, блядь, реалистично, нахуй. Вот это я понимаю, блядь, игра. Это игра 2000 года, блядь. Вон, даже брейк-данс танцуют. Maybe we should talk about this. This is fortunate. Come on. Пизду, я не буду не собирать. Да, тут противники не атакуют толпой, но, блин, извините, это игра 2000 года, блин. Thank you.
Тут даже прыгать можно, блядь. Почему я, ёбаный психу, не могу прыгать, блядь? Сука. Я, блядь, мастер-хуястер, блядь. С ударом в глаз, нахуй, блядь, задавили, сука. Вот это я понимаю, блядь, игра 2000 года, блядь. Вот реально, PG, вот этой игры, блядь, вот на данный момент, блядь, Sleeping Dogs, блядь. А Шифу сосет со своим ударом в глаз, блядь. Опять же давили. Ой, блин, вот я... А, вот, я сейчас вот вам покажу. Тут даже, понимаете, тут даже можно подбирать оружие, понимаете? В этой игре можно... Сейчас, подождите. Его, Его можно поднять, вот я понимаю. Вот это я понимаю, игра. Это игра 2000 года. Вот это я понимаю. А то, что, блядь, сделал, блядь, сука. А то, что сделали в Шифу, блядь, сделал гей-дизайнер, блядь. Это просто пиздец, нахуй. Я просто продолжу, я вам покажу, что будет дальше. Это просто только начало. Это первый этап. Я просто не помню тут босс когда будет, но... Боссы тоже тут, мое почтение, блядь, они интересные. А что мы видим в Шифу, блядь? Это самонаводящаяся нога, блядь, словно ракета, блядь, тебя ебет в жопу. Это, блядь. И понимаете, тут даже перки не надо прокачивать. Блять, это вот реально. Блин, это вот... Oh, my head.
Блин, это вот реально, вот, вот эта игра, это просто культовая, это... Я вот этот жанр, вот, боевки узнал только по ней. И вот реально, это интересно, интересный сюжет, интересная графика, блядь, на тот момент был. И интересно то, что ты, у тебя рукопашка, блядь. Блин, вот это вот интересно, блин. Тут даже можно разбежаться от стенки вот так вот, блядь. И как я вот сейчас делал, когда блин. Да, тут... Тут есть боссы, тут интересные боссы, блин. Реально, но я не помню, блядь, ёбаный ты. Блять, ёбаный пиздец, блять. Блин, я вот если здесь дойду до босса, блин, я вам покажу, блин, тут вот реально интересно, блин. Бля, вот. Это было вот, это реально было культово, это было интересно. А Sleeping Dog, что она, ой, Sleeping Dog этот, блядь. Ой, уже все, блядь, крыша едет этот, как вот, скажи, блядь, Шифу. Что может предложить Шифу, блядь? Шифу может предложить очко, блядь, причем свое. Просто нахрена вот. Да, прикольно, Шифу, ты стареешь, как бы там после смерти, хуй с ним, блядь. Ну, это хуй с ним привязка. Хуй с ним. Но, блядь, ну почему боевка, ебать, такая абстратная? Почему, блядь, я ебаный, сука, мастер, который ебет всех в глаз, нахуй. Точнее, не ебет. Я просто мастер в глаз дать. Все, блядь. Просто то, что они добавили, вот, грубо говоря, всю боевку из этой игры. Все, больше они нихуя не добавили. Тут нет, блядь, комбинаций, тут нет нихуя. А там есть комбинации, но ты ими не пользуешься, потому что ты их не можешь делать. Чайнатаун, блядь. Ой, блядь, это вот... Блядь, это интересно. Просто вот... Я вот сейчас просто наслаждаюсь этой игрой. Это реально охрененная игра. В свое время была. Когда-то, давным-давно. Sleeping Dogs попытались что-то сделать, у них получилось. Они молодцы, красавчики, блядь, разработчики. А Шифу
А шифу, шифу, блядь. Ох. Шифу, блядь, отдали ёбаному пидерасту, блядь. Который даже не смыслит, блядь, в собственной работе, блядь. Ну, ладно, блядь, до босса я тут не найду, потому что я не помню, долго, недолго. Короче, ладно. И подведем итоги. Визуально охуенно. У всех трех игр. Сюжет интересный во всех трех играх. Боевка охуенная в Джеки Чане, блядь, и в Sleeping Dogs. А Шифу со своей боевкой и вместе с ебучим, блядь, гей-дизайнером, блядь, пускай идут, блядь, и, блядь, сейчас скажу. Пускай идут на порноха, блядь. И просто шлепают себя по попе, блядь, со своей боевкой. Ну что, я, в принципе, итог подвел. И могу сказать одно. Всем, кто посмотрит мой стрим, прошу поставить лайк, подписаться на мой канал. Если будет выходить какие-нибудь игры, я буду делать на них обзоры, приводить примеры, что, как, зачем и почему. Что я могу сказать? Играйте в качественные игры. Не покупайте шлак. А желательно, если увидите этого ебучего гей-дизайнера, блядь, Шифу нахуй, дайте ему поебалу, блядь. Все, всем спасибо, всем пока. Не прощаюсь, потому что в интернете.